Дела отлично, да. Насчет камней, кстати, на ДД особые есть в ГБ, я крафтила. А то на аукционе там по 400 голды ставят где-то. Настя! У меня есть. Настя! Зайца сожрали. Слава. Ну, есть еще аркан, мог. Слышь, я бы на тво... я бы обиделся, если бы сказали, что Элем даст 5к в 210. Реально. А, да и ретрики. Они там семеру выдавливать должны уже. Вот опять косарей как-то обидно немножко. Здорово. Пахнущий, прощай. 5к, уже 10к. До свидания, пахнущий. Бигуар, есть место? Бигуар, есть место? Ну, Войд, если хочешь, я могу уйти. Если назад хочешь. Отойдите, там еще и один чудик идет. А я. Ну, вообще, я бы хотел отсюда кинжалы какие-нибудь забрать, но для ближайших боссов кинжалы не падают, поэтому попробуй. Мне особо ПВЕ шмот не нужен. Ладно, если еще... Мы их скипнули. Короче, мне на локо тогда пиши, если что, не на робу. Я выйду. Давай. У меня есть предложение. Если трэш не бьем, то ГП. Да нет. У всех так лагает, да, если это сервер? Вот еще клоца привезли. Да, да, я на аукцион бегу, сейчас зелье возьму и присуну. Заманали, я больше не побегу. Не хотите мага хилить, маг не хочет идти. Все. Интересно. Да, как вы? Я, короче, придумала. Гариус, вытаскивай меня. Нет, 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 я одного ферю, ты другого ферю. Я вспомнила. Никто не будет нас откидывать. Терять его? Я теряю, так у меня МП кончается.
Да, я теряла одного, он не откидывал, все нормально. Я придумала тактику. Он просто стоит, он никого не откидывает, никого не бьет. Пусечка становится. Изгнание зла. Шиту около ска. Вот, зеленку давай, лукай. Глюс есть? Или что-то подобное? Погоди-ка, хотя... Милка. Погоди, не распыляй эту, этот, кольчугу. Она тебе нужна? Да, наверное. Фига ты. Колика делаешь? Почти, Иршаму. Стой, подожди, мы с креветкой уже Иршаму сделали. Ты третьего хочешь? Буду третьим, да. Блин, интеллекта не хватает, бафните, пожалуйста. Да, дай, пожалуйста. Сейчас, ребят, подождите, я не купил. Мари, смотрите, там этот альянс долбит всех, поэтому побежал под город. Сейчас куплюсь и присуманите. Секунду. Секунду 10 минут? На тебе маска, братан. Да нормально, он как не тебя будет отфигачиться. Да это баф, ты не понимаешь. На пахнущем деде. Отвечаю. Видишь, у него хп маленькая? Все, пизда, блять. Бигвар меня загнобит теперь. Слушайте, а у кого плечи с прошлого босса? Вы их на низком этапе отдавали? Ну потом мы это поговорим об этом. Сезон продлили. Угу. Никогда это. Да, если труду ведут, тогда и прекратятся. Нет, когда ДХ ведут, тогда и прекратится все. Не забывайте, пиратка. Пиратка, привыкай. Суманите, пожалуйста. Зачем? Войд, будь хорошим человеком, скукошь всех магов в одну группу, пожалуйста. А зачем, кстати, это? А нам так нравится. Свеча голубая. А, типа этого, понятно. Да и нам так проще кидать МК. Типа бафы от каких-то классов можно не получить. В смысле? Ну ладно. Ну, не все, типа, бафы какие-то действуют на весь рейд. Некоторые просто на группу действуют.
Например. Я знаю, что есть отхил от ШП. Он идет чисто на группу, не на весь рейд. Все, на весь рейд. Будем... Разве? Ну... Там как, ничего серьезного на самом деле доказать? Нет. Тотем трепет, допустим, не будет снимать фир. Но вот здесь он не нужен. Что еще можно сюда приплести? Нет, ты, наверное, права все-таки. Я что-то погорячился. Да там очищение может быть. А у нас что, перерыв, да? О, да. Так. А Глута вот убили? Это кто хотел? Убили, да. Да, я хотел, заяц хотел, только я сейчас за сокетами улетел. Подожди минутку. Не, ну, напишите, кто хотел. Скажите, пожалуйста, из Глута что упало? Ой, я сейчас скажу, сейчас. Как шмот появится? Даггер, даггер, не было 1.4 скорость? Нет, не было. Ой, это я, не то. Да, да, я в них уже поставил. Но это топовый на данный момент. Макс, я тебе рыбу приготовил. Не-не-не, дети. Двадцать секунд. А что это за один? Еще 3 минуты. Говорили, кто куда идет? Так, пока он покупает, я очень быстро релогнусь. Сейчас, сейчас, секунду, почти добежал до аука. Главное, не забудь с почты забрать, как в прошлый раз. Нет, только сегодня с работы задержался, поэтому не успел подготовиться. А сегодня вообще а так... трэш какой-то, пятница, как с цепи все сорвались, блядь. Кидайте сумон, здесь все умерли.
По-моему, правый моб по кастерам дает ОЕшку. Может быть, рекировочку. Фейхин дает ОЕшку. Точно, то, что справа, точно бьет по кастерам. Я помню. Я помню, что кто-то из релов говорил, что Сталак дает АУЕшку по кастерам. Там, по-моему, написано... Я линканул. Он же косты прерывает. Вот. Поэтому кастерам лучше налево пойти. Ну, когда кастуешь, что-то немножко откатки идут такие маленькие. Да. Короче, я не знаю. Можете без меня, Пол, никак не воскреситься. Там 40 человек ждет на рез. Нахуй мне эти сокеты нужны были, простите за мат. А как воскреситься? В Аргримаре 40 человек стоит. Я ближе к этому. Зарейсплюсь, может, в этом. Фигне какой-то. Да, так не успеваю, они просто град стрел. А ты где сдох? Ну, сейчас пытаюсь как-то в этот, к банкиру перейти. Ты в банке сдох? Да. Смотри, не, вот... там есть такая приколюшка, ты можешь на банке, то есть на крыше банка резнуться, и тебя там не увидят. Там, где продавец фейерверков стоит. Секунду. Там за крышу прячешься, и тебя никто не... Давайте сум, есть, давайте сум по зайцу. Призыв, значит. Ну, я понимаю, очень много просто было. Бегай и релогнись. А, релогнуться? Да, забывалось. Не сумоньте людей, если они мертвы. Вы так им багаете сумон. Им из-за этого приходится релогаться. Вирус. Все, есть. Давайте, релог сделал. Пошли бить. Так обидно, что не купил сокеты. Так, куда кто? Срать на сокеты, тебе 24 тела ждут. Так я же хотел все вовремя сделать, я же не специально. Четвертое направо.
Наел свин. Что здесь красный-то у тебя? Шида. Блин, я тебе сказал, курите. Я вырубила его. Японочка, если ты можешь кинуть на себя перышко и перепрыгнуть. На нем не будет дебафа. Нет. На нем нет дебафа. Минус. Теперь появится. Блять. Мы через лево бегаем или через справа? Еще раз прошу. Просто перебегай и все.
Да я это знаю, просто привык по правым бегать. По правой так стороне. Бегай справа. Чтобы не... Блин, вниз скидывает. Ну что, два хи... не ДД. Только один хил. Это боёжик был этот. ДД. Старик жив. Кажется, нужен даун плюс бабл. Когда кажется, баблиться надо. Бам. Берса. Бам, полярность. Так, можно вставочку? Те, кто тут в первый раз не может прыгать, не может добежать, пожалуйста, попросите вот Ёша, Азраила, кого-то еще, чтобы вам перышко кинули. И увидите у себя баф сверху. Ага, у меня есть перышко, тогда я прыгну. Если нет, то я попытаюсь нормально прыгнуть. И никакой блинк в полете, понятно? Кстати, да, этот в домах.
Турбоёжику два раза, по-моему, прилетело. О, трэш. Побить бы. Как можно такого большого моба не обижать? Да, без понятия. Войд, ты чё там кузишь? Войд плачет. Так, не убегайте сразу, я вас этот... Бафать буду. Я ж не буду с вами бегать. Просто Войд с пугами там. Погодите! Проходит за 3 часа. Извините, пожалуйста, у меня такой вопрос. Цепная молния, она ебашит когда? Постоянно. Ну, просто вот постоянно. Так какого хера она мне ебанула на 11к и мне въебали ГП? Бабло. Нет, уже все сняли, ну посмотри в чат. Не смотрите. Ну, какая озорная. А Визирия тоже тогда отмените. Почему? Как бы я не слакал. Точно. Коша, что тебе треба от мене? Панамыч, у меня и так нету ни хера. Отстань. Коша, что ты хочешь? Что за бред? А что за херня? Не могу. Для подозрительных учетных записей. Это что такое? А, зайди на почту. Вот такое бывает, когда подозрительные операции происходят у тебя на аккаунте. Зайди на почту, там надо перейти по ссылке и все. Ну, подтверждение, что твой аккаунт является твоим аккаунтом. Такое бывает. Шмот подаю. Никому камень пустоты не надо, то мне дохерично собралась нахер. А что, мы бафаться не будем? Кино. Так,
Там справа нету челика, который кидает перышко. Ни одного мага, ни одного приста. Попробуй сам спрыгнуть. Авентер. Там разгонись, прыгни, пролети. Ребят, ну подскажу лайфхак, да, у кого сложно подойти, просто надо на самый край платформы, и все, и нажать вперед, и пробел одновременно, и все, там ничего сложного нету. Просто подойти на край платформы и прыгнуть, ну что, серьезно? Пуляем, 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 справа тоже пуляем. Даунти. 2600. Сколько у вас хп у босса? Все в порядке. Эй, собирай его. Его захил. Слева. Нет, все нормально. Талагу. Аккуратнее с ДПС. Смотрите, как там Фогин. Бафы ПДК. Нормально, нормально идем, нормально идем. Добиваем. Пёрышки. Все, на полу, на Тагариуса, на полу. Дайте этот агро набрать танку. Не забываем про ГП. Слева минус, справа плюс. Разбегаемся. Все делаем красиво, не ругаем, ой, Войда не обижаем. Так, смена полярности. Ой, Японочка, ты тактику знаешь? Уже не важно. Так, тебе перебежать, это одну кнопку блинк нажать вообще. Так, сменили. Полярность, секунда.
командирский крик обнови. Так поднажмите по ДПС. Может быть, кого-то нужно резнуть? Кто-нибудь, допустим, Сарик, выйди с рейда, резни деда. Потому что у нас так ДПС мало. Пусть дед сразу не встает. Есть рейд. Перебежали. Че по 10 человек? Это и есть твой РЛ. Войд ушел, все. У Войда дети спят. Никто же не говорил. Нужно читать рейд чат. Выйди с рейда по середке, прямо перед боссом, резни деда. Иди сразу не вставай. Там где-то ты вон стоят. Полярности 5 секунд, пожалуйста, не умрите. Пахнущий дед, никнейм. Войд, сможешь оформить Б? Перебежали, перебежали. Сейчас вот Бернет. Отбежит, вставай. Зачем ты встал, когда он рядом с тобой? Есть вставалка, вставай. Перебежали, кто там? Ну все, остается только долбить босса, причем берегите свои баблы, пустите. Слов нет. Хилы тоже там как-то побейте, молнию. Я. Этот сдвиг. Перебежали? Там, может быть, есть так, баблы. Даун. Добиваем, добиваем. Теперь не сбегаемся, не сбегаемся. Ждем 20 секунд, сколько? 30 секунд. Плюсы могут идти дальше. Минусы стоим здесь. Лут линканула, сейчас будет разролит. Боже, неплохой. Те, кто боже, сдох, вы можете встать обычно и бежать уже дальше, трошитесь. Не надо лежать, я ФК лентила, базук встаем. Не надо их резать. Войд, ты что? Ты как? Шмот. Да, что-то в топе я смотрю по ДПС у знакомой ники, все что-то ее, что базука, турбо еж, пивар, что-то шит такое, что это такое. Те, кто так ходит в рейды, просто вот и все. Вот, шапку ролься. Кожа. Слышь, я ж чё думал, надо, короче, это,
еще кого-то по потяге в телеграм-канал. Еще пацанов. Кого? Набрать может, я не знаю. Да ну не знаю, надо найти еще кого-то. Настю. Настя, может. Давай. Хорошая печать. Вообще уже там это слакает что-то. Надо Марделя тоже подтянуть. Нормальный парень. Кстати, почему у нас до сих пор Влада нет? Сейчас скажу, у кого приор больше. ЕП, ГП. Почему это хрупаное, блядь, письмо не приходит сюда? Танишки ролить? Ну, Войд заберет по-любому. Да, креветки на числе за шапку. Он на мейн забирает их в логике. Ну, офф. Я ему передам. Заберите сзади трэш. На ходу можно бафнуться. А еще плюс аните, кто не знает, как бегать, кто не знает вообще тактику тут первый раз. Я не знаю. Заяц, вот я тебя взяла. Ты бегать можешь на второй фазе? Да, да, я в принципе понимаю, что как здесь бегать, ну, за всеми бежишь перебежками в тайминг, просто подлагивает немного. Нет, это тут так не работает за всеми, и в метке тоже не работает. Лужи появляются определенным образом, и в этих лужах какой-то определенный... Ладно, разберемся. Добежу. Авентор... Кого я тут еще первый раз вижу? Венчила. Я был в десятке здесь, но мы не прошли. Ну, типа, я увидел вторую фазу, то, что там надо бегать без остановки, но мы не прошли просто. Ты не умирал? Ты понимаешь, как бегать? Нет, я умирал, но я понял. Ну, типа, я два раза мы только тройнулись и все. Ну, вот сейчас смотри, на первой фазе будет медленно лучше подниматься. Ты разберешься и на второй фазе уже подтягивайся. И на третьей фазе Берни мало, правильно? Просто без остановки бежим? Или как? Потому что у меня лагает, я буду без остановки бежать даже. На десятке не надо бежать, это глупо. На, блядь, кристаллы использовал. Я просто... Бафаемся. Сейчас рыбу поставлю. Я рыбу ставлю. Вот тут вот. Вот белые метки. Сейчас Войт вам поставит примерно метки. А я вам чуть-чуть объясню. Немножечко. У нас бой разделяется на две фазы. На первой фазе бегают милики. РДД стоят на РНЖ. Босс кидает сало. Милики бегают... Ну, грубо говоря, по этим меткам в лужи не попадают. Вторая фаза. Босс вот на свое место уходит. И вокруг себя около 20 метров он ауешит по 10 тысяч. И в это же время мы перебегаем в звездочку. Это будет кричать телепортация, телепортация. Мы отбегаем в звездочку. И начинаем бегать. Мы перебежали туда, где только что лужа пропала. Потом бежим в кружок, там лужа тоже пропадет. И вот так вот будем бегать. В принципе, РДД, смотря как будут бегать мельки, поймут. Еще один нюанс. Насчет РНЖ, АУЕшки, бегайте чуть-чуть подальше. Если вы сдохнете от АУЕ, это будет смех и грех. Никто не будет останавливаться и вас хилить. Все бафнуты.
Сейчас мы бежим на платформу РДД. На пуфе, да. Напомню, босс Оранжа, Азраил, ты сейчас сало сложишь. Ну как там? Длинный каст. Поставьте, кстати, шаманы. Дефтор Любезный. Если что, тотем от болезни только на пассе действует. Да, я знаю. Ну, кто там? Нормалюба может делать. 10 секунд до телепортации. Готовьтесь. Бежим в звездочку. Пойдем на ходу. Сейчас побежим в кружок. Как только там лужа разольется, бежим. Не отстаем. Ничего, оставал. Просто ГП сразу. Вот вы сейчас лежите, вы посмотрите, как лучше действует. Почему мы так бегаем? Почему вы сдохли? Хоть вы будете говорить, что рядом с меткой. После телепортации обратно к боссу на платформе. Вот те, кто здесь первый раз, уже умерли. Не знаю, с лагом еще нормально добежала. Ну, я думаю, мы так добьем. Тут бьется нету. Заяц, у тебя тоже лаги или как? Или это одаренность? Спускаемся. Звездочку бежим. Напомню, у лужи ренджа 8 метров где-то, ну, 6. То есть даже если вы не в луже, не в этой расщелине, она может вас задамажить. Я вам говорю, не в метке дело, не в метке. Тупо зоны нужно понять, да и все, какие бить. После босса сразу резаем, чтобы не плакать, требовать, знаете.
Идем чистить трэш. Блин, гнидыч, каждый кадет открыть и жалуется. Посмотрите, где он. Давайте, я резаю третью группу, Сарик вторую. Вот, плащ выпал, сапоги выпали. Я сразу бафы. Не забываем, что глазик ОЕшит. На рынке псина бьет. Так, Бигвар встанет, а Пигариус, пошли чистить трэш. Все забафаны, в принципе. Кулак, кулак по Бигвару, пожалуйста. По пути, кому нужны шмотки, рольте их. Азраил, давай этот... Годя. А сейчас, ладно. Правильно, старфол нужно юзать. Ну ладно, там один прицепился. Да нет, чтобы всю комнату зачистить. А. Чтобы один изи не тот за... Я предлагаю... Турбо... Два. Ну я надеюсь, те, кто лежал, вот, дынчило вообще... Друг, если ты в дискорде, то тебе прям вот нужно знать тактику. А то мы все бегаем, а ты кастуешь. Что такое? Некрасиво. ПС Лёжа никто не выдает. Лёжа только другое делает. Базука, брат, у тебя что там, топовая пуха или нет? Какая? Ну вот посох, который на тебе. Посох? Какой посох? При меткости хоста. Большой посох Нексуса вот этот. Всё около 10. Это около 10. Топ, да? Да, тот самый. В прошлый раз выпал. Ну я понял, это топ-пуха на данном контенте, да? Для мага не совсем, я просто под свою ротацию подбирал, ну у меня тут свои статы. Вообще, меч там с оффхендом получше.
стоим все в одной точке. Я на войде. По возможности. Тут ведь споры просто взрываются, и ты получаешь дебаф, если находишься рядом. Морозилки поставьте, пожалуйста, огурцы. Рандомно. Правильно? Что говоришь? Как получить баф? Какой баф? Спор. Так он рандомно дает. Ладно, короче, как я понял, смотри. Спора подлетает, тебе просто надо встать под нее. Добивать ее, можешь ее не добивать, ты получишь баф. А так, весь бой стоишь на месте. Возьми, не станем сейчас на пол войда. Я предлагаю встать вам в одну точку. Подходите все под жопу, тогда так и милики получат, и это... Встаньте, пожалуйста, под... Все вместе встать под босса. И не разбирайте спору до того, как забрать она прилетит. Забрать танки из войда. Парни, забирай. Что там с Тагариусом? Пору затанчила. Увернитесь, там спора летит через вас. Нормально. Нигде его не вздыхает. Пора через вас летит аккуратно, танки. Килим. Будет рок. Мы сейчас нормально выхилимся. Выхилимся. Может, огурцы. Еще сейчас гимн нужен будет, я не знаю. Молитву исцеления. Хилы. Хилимся. Норм. Пора через вас.
Ой, нам нужен будет Гимон. Скоро через вас усе там. Захил, 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 сейчас будет нужен. Рота, зачем вы споры разбиваете вдали от ДПСа? Чем ее откидывать, вопрос? Ой-ой-ой-ой. Есть кого, Гимон? Идешь свой пати хилишь сейчас. Рок будет. Добивайте. Кто может, тот и может. Ну-ка, сделай Эмма на темную. Что-то не знаю. Поздно. Я забываю. Кто-то умрет? Да. Я видела. Я предлагаю просто так не стоять, сразу бегите к следующему боссу. Сейчас еще Ара ударит. Да, да. Мы уже не наверх идем? Да, наверх. По логике туда. Можно будет мне на этого Келя? Надеюсь, сапоги еще не ролили. Какие сапоги? Ну, а там тапки. Их уже забрали по ролу. Кажется. Я уже не помню. Нигде он, да, он тут лучше ДПС. Ребята, можно Дживса, пожалуйста? Дживс поставил. Кто здесь первый раз? И кто не знает тактику? Смотрите, босса ставят две фазы. Когда босс здесь и когда босс взлетает. На первой фазе мы держим рейндж. Будет на вас литься такой ледяной дождь, Blizzard. И вам нужно будет выбегать из него. Он будет литься, и вы должны его вынести от рейда. Если вы будете через весь рейд бежать, он будет дамажить всех, соответственно. Прошу не отбегать от хилов и не бежать боссу под морду. Это один момент. Вторая фаза. Босс начинает взлетать. Все его задотали и встали в рейнджу. Рейндж 10 где-то.
босс кидает 3 глыбы. Эти 3 глыбы хилятся. Эти глыбы нужно встать относительно центра, чтобы спрятаться от центра. А туда будет прилетать ауешка и будет дамажить. Кто не запрятался, тот сдох. А после того, как 3 глыбы поставили, только тогда вы прячетесь за них, понятно? Не надо сразу бежать, как дурачок. Вроде бы все. Так, все поняли тактику? РДД, кто как хочет, тот актив на первой фазе. Главное, чтобы вы все под Близзардом не стояли. И под морду не встали. Вот и вся тактика. Давайте бафайте. Рыба... У меня уже нет рыбы. И РЧН на бафы. По-моему, чего не хватает. Не, налево-направо не надо. Нормально. Что вообще происходит? Я, походу, не в теме. Не а что делят? А что делят? Что делят? Буешка или что? А, у них, наверное, одинаковое количество 0 ЕП, поэтому... А, вот, я заберу, если есть там варик будет, то можно будет взять и кинжал. Но мне лучше с ласта кинжал 226. Сейчас я прошу прощения, а что за пэт и вообще нахрена он мне нужен? Хайк, хайк, слышишь меня? Так, поехали, тут Агарио сейчас это там... Давай так, если вот этот падает, поехали, с этого конечно. Босса кинжал твой, со следующего мой. Стойте. Вы разбирайтесь там в ПМ, не засорите эфир, поехали. Что, Войд готов? Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет великая победа. Геру будем садить или сдадим? Кто Гера? Так, дед. Помогу. Подождите, выходите, пожалуйста. Фаза воздушная через 10 секунд. Ой, боже, какое закурение. Рыжу набрали? Я потерял. Так, все запрятались за глыбами. Быстро. Чем
Бам. Так, кого-то там резает, вот. Тварь. Заяц, тварь. Мышка у него села. Авентор, выноси на. Креветки залейте, Инор, кто-нибудь. Заяц сможешь залить? Нет, Визирия. Визирия залей, Инор, креветочки. Залил, залил уже. Заяц залил. А, вижу, вижу. Мышкой можно с этого. Понравилось. Сноута. РНЖу набрали? Если кто сдохнет от из РНЖи, я просто не знаю. Узо. Но это не за хилу. Запрятали, запрятали все. Так, Зайц, Берни, Войд, Фьюри. А Визирия, Берни, Пахнущего Деда. Пахнущий, вставай, я тебе сразу хилю. Сейчас, сейчас, здесь это... Лизер. Царик, Берни, Войд Фьюри. Да я Берю, Берю, все Берю. Сейчас я каску кину. Ва, бабл. У ёжика МП нету. Рынжу набрали, хилы хилим. И, пожалуйста, не надо куда-то выпадать далеко. Все запрятались. Вот, никто не сдох, нормально. Иннер, кому дать? Я тебе говорила, что перед мордой не становиться, сдую тебя. Воздушная фаза, рынжу набрали, хилим все. Спрятались, спрятались, все дружно спрятались. Азраил, ты так вот решил просто из-за глыбы выглянуть, да? Посмотреть, где там босс? Да. По-хорошему, да? Все ли в порядке, да? Астагариус, живее. Я хилю тебя. Так, Заяц, оформи, пожалуйста, так, Сарику, это самое, Инер.
пишет, не надо, Сарик. Сарик сам себе оформит тогда. Оформи мне, пожалуйста. А, чё я туплю, ёж? Ольгиман. А креветка поставит тотем. Гимн жду. Вот уже гимн пьёт. Даю ежу, да, тогда, заяц? Не надо ежу давать. А как бабка Яга сдохла? Навели туда бурю. Ведут как попало, блин. Вы по радиусу бегаете? Знаете, что такое радиус? Вот центр окружности, это где босс стоит. А... Вот, пусть я... Рейд. Я не могу. Ролан, давай хильте. Сами себя подхильте, потому что вас дотка съест. А, мы уже 10 минут бьем. А. Вторая гера, да? Или что? Да. Не, мне... Или вначале просто никто не давал. Смотрим по БР. 6 минут бьем. 7. Ну, после персона есть. Только она долгая. Самое, сразу повелители всяких петов, типа червячки, тортики, убираем их сразу с панели на пас, на бездействие поставьте, чтобы трэш не агрил. Я вас очень прошу. Аж два убийства. Блин, вы так хотели его? Я не могу. Я спать кинем себе. Так, счастье, кто там падает? Что эта штука дает? Пан, какие чай резнуть? Сейчас я линкану, это квест. Блин, тоже хочу, что там падает? Из шеи? Да, вот я линкую. А, крит МП5. Ну ладно, берите. Там кто-то ливнул. Блять, нечаянно, сорян. Не то нажал. Наверное, ром хотел, да? О, все, это ГП, Тимурчик. Позвони в рейд куда-нибудь. И креветка тоже позвони. Ну сейчас. Слушай, извините, перебью. Можно без мышки следующего босса убить? Или нет? Да, можно. Я сейчас таким отдавал БР, все старался делать, ну, только влево-вправо ходит мышка, я не понимаю. Главное, Starfall не юзай. Да. Забыть, что такое Starfall. А он у меня не на кнопке, не переживайте. Он у меня в макросе под каждым, да? Скиллом. Это же Kill to Z, тогда здесь изи. Ну да, Starfall их убил и все. Бафаем тех, кто сдох. Оставьте шкаф сразу. Курка-бурка, можешь оформить шкаф, пожалуйста? Какой-то сложный был до этого. Креветка шумоня. Кните в шкаф. Напомните, пожалуйста, тактику. Если кто не помнит ошибаюсь, тактику еще? Кто еще тактику не помнит? Короче, ты у нас девушка, бабка, да, да? Две фазы будет. На первой фазе мы стоим в кружочке вон там и бьем трэш, который будет к нам идти. Первоочередно нужно бить скелетиков. Потом...
кто угодно. Главное, не спулить трэш. Не даешь ауетов и так далее. Если у тебя есть пеп, то ты его на пассив ставишь. Вторая фаза будет от тебя кидаться крестик, вот, написано. Ой, черепочек, ты выбегаешь с рейда, держишь ренжу. Насколько-то я это помню, когда мы все комнаты зачистим, получается. Комнаты зачистили и в комнату убегают. Нет, там определенное время на первой фазе уделяется первой фазе, и все. На второй фазе ты бьешь и держишь рейндж. Вот и вся тактика. Снизу будет красная метка появляться, и ты должна будешь из нее выйти. И особое предупреждение миликам, я думаю, вводит нас ГП, если вы просто улетите с этой меткой. Просто в прошлый раз это вообще было весело. Улетали прям по три штуки. Так, рыбу поставили, кстати. В одиночку хавают. А еще, кстати... Креветка, что по МК? По МК все то же самое. Извини. Нюанс, который шмотки мне давали, я еще линкану потом. Может, кому-то что-то надо, останетесь, я после рейда свой дом останусь и... Кому надо будет, заберет за ГП. Кому не надо, распылим шмот. Окей? Просто быстро ролили шмот. Может, кто-то не заметил. Вот и все. Думаю, пора арчи давать. И... А, бежим к этому кругу. Все в одной куче. Никто не стоит, не скажет. Анонсить будете метки, нет? Оно все видно. На тебя черепок повесится. Окей. Я думаю, нет. Анонсить будем только ГП. На это подбодрил, подбодрил. Если под я крикну в общем. А, будет контроль. Будет контроль. Все стали в одну кучку. Кто слишком рано забежит, тоже ГП получит. Царика нету. Будет контроль, нужно будет контролить. Я не знаю, там, тотемы, оков земли, клон, стан, покаяние, сап. Будет, контролирую, все, я молчу. Вот, метку на себя, видно, поставил. Мне вообще не нравится то, что мы паровозиком идем. Чух-чух. Короче, пока... Войд, давай этот... Сейчас, я линкану? Плечи. Кому нужно, сейчас парольте. Банши. Знаешь, мой, тебе такие плечи нравились. Да без мышки тяжело рольнуть. Окей, окей. Пока ему нужно будет. За 3 ГП отдаем, да? Я отложу тогда. Три ГП оформили. Без мышки ты обмен не нажмешь, так что погоди, Адам. 25 минут. Так и думал, вот так и думал, цепной молнии заденете. Оков земли. Вы что, на приколе? Кто это сделал? Это вообще...
Итак, смотрим, где цепные молнии. Бармалюха. Чайно. Чайно, без чайно. Все встали, сейчас и побежали. Все встали и побежали. Убери цепную молнию с панели, я тебя просто умоляю. Ты подставляешь нас, жестко подставляешь. Есть этот. Жиз. Какой-то. Вы чё, народ, перед Сартарионом ставили? Ой, перед этим все-то. Фероном. Меня маг тут только что в рейд зашёл. Ну, давай я тебе хламбота поставлю. Я встали, вот тут стоит хламобот, подвинется, можно будет. Сейчас поставим ГГ, кто-нибудь поставьте. Сейчас я вытащу одну рыбку, сворую. Рыбка в черепе стоит. А, ну окей. Хорошо, доберем. Я буду спамить. Если шестой, кстати, что-то много. Бафаемся. Сейчас каски раздам. Маки и так далее. Оформите. Бармалюга, поставь одну цепную молнию. Или вообще в АФК ставим. Нам твой ДПС не нужен тут. Главное не вайпиться. Все подчинились, тут хламобот стоял, никто не ноет. Куда побежал? Дед, ты чуть-чуть нас не вайпнул. На мне... Нет, не забудьте раскинуть. Пристабафа нет. Саша, за район. Ты готова? Уже нету. Стоим. Пандочка все равно круче. У меня путель есть. Посмотри, вот. Все встали, приготовились. Тотемы убрать, пахнущий дед убрал тотемы. Тварюка поганая. Да. Это кто было? Они остановились. Я готова была. Пиздец.
Мне кажется, у Войда есть не только тайфун, у Войда есть кикнут в гильдии. Да ладно. Смотри, ГП стал давать, такого раньше не было. А раньше действительно такого не было, проходили за один вечер. Ну это же лаги. Ну цепуху дать это не лаги. Да новые люди просто появились. Мне тактику не очень знаю. Войд, харе с памятью в рейд кол. Мне вот ни хрена не видно. Войд, пиши в этот. Пиши в гильдию. Просто да изи, босс. И продолжает, блин. Тебе говорит, мне его. Я из-за тебя нихера не вижу. Чуешь, к чему я? У тебя там этот, размер шрифта 50, что ли? То он у меня посерединке, как раз где эти мобы вылазят. Я играю на экране в 14 дюймов. Знаешь, я тебе могу потом скрин кинуть ему его пошлого интерфейса на X2. Ты офигеешь. Там я что-то видел, это кнопки. Вот эта вот шапка нужна кому? Если нужна, то рольте. Кто там первый раз? Кошка-мурка. Кошка-мурка за 3 кп отдам его, да? Бесплатно. Бесплатно, там... боже. Там плечи случайно не это, не распылили? Так плечи уже отдали, все. За них уже и ГП влепили. Ладно, пишется. Чё? Так, вот смотрите, какая крутая шапка. Тапки зачетные, мне нравятся. Распродажа по 3 ГП. Я бы на Эршаму зашел, то собрал. Окей, влепишь ему на Эршаму ГП. Если бы еще ГМ не писал. Так, дальше. Я пишу. Руки. Все рук. Страшно, когда выходит из этой метки моб какой-то, типа банши. У меня чувство, что все прям идут. Все паки. Никому эти руки не нужны, да? Я их распылю. РДД побаньше, быстрее, больше. Да тут солдаты бегут. Сейчас будет вторая фаза. О, а трэш не ушел, кстати. Ну, метки черепка не подходите никто. И РДД, в банше сперва. Каст! Лужа. Дарик. Готов. Касты-то сбивайте, ну ё-моё. Да, блять, мобов били. Мелика от Тагариуса дадите. Все, вернитесь. БР Старику. Короче, да. Не на чему. Зарика Берни. Даю БР по ардру. Зарик сразу же пана бэрит. У него КД он говорит. Контроллер сдали, бахлюги и включили. Блин. На меня метка повесилась вместе с этой штукой. Угу. Ложимся, забегаем в красную метку.
пропала. А, можно зато мобов спулить. Давай цепуху, тогда уже. Знаете, я ожидал, что там мобы эти не пропадут. А что сейчас случилось? Я что-то просто не заметил. Ну, чего? Контроль. Смотри, контроль кинула, тут закинула заморозку. Заморозку кинула почти 2 хила. На меня тут закинулась метка. Я рядом Роланду убила. Живса спрашивает, прикиньте. И чё, в самом начале Галлиус упал. Ух, подфармил я там эмблем. А смысл? Да я вас защищал, чтобы вы спокойно зашли. Тогда ты хорошо справился со своей задачей. Да, спасибо. 35 этих эмблем и толку нету. Бля, эмблему ренега. Вы что, прикалываетесь, Дживс? Я вам всем говорила, починить вот. Фламбот был. Алло. Я пошутила, я не готова. Дайте каску. Каску ой, дайте. Это я. Я забахну вас там. Я... не ноте. Спасибо. Вот вам Джевс. Вот вам рыба. Вот вам огурцы. Шкаф. А где рыба? Вот, вот. Между баллонами. Какими, блин, баллонами? Где? Сикуфи. Баллоны это слова. Эй. Ой, заорили.
Кто там был? Быстро все... Да вы чё, прикапываете? А кто там, блядь, за угол? Писюн, блядь, покажу, бегайте там, блядь, хуй дрочите, ебать. Вы чё, гоните, что ли, нахуй? 11 часов ночи, блядь. Вопрос, кто первый побежал? Если кто-то бежит впереди, пожалуйста, оглядывайтесь позади, смотрите, как бегут ваши тиммейты. Если кто-то тормозит, тормозок, то, ну, не будьте таким же тормозом, как тот, кто сзади. Рыба в серебре. Сарик, принимай обмен. Не за что. По поводу времени. У меня 3 часа ночи. Один малой спит рядом. Вы, в принципе, на громкой связи. Нихуя, не плачу. Тупанули, бывает. Ничего страшного. Устали, пошли дальше. В чем проблема-то? Кучнее, кучнее, парни. Давайте нормально сделаем все. Кучнее, встаньте, пожалуйста, все. Вот, череп. Кучнее, кучнее, все. Готовы? 4, 3, 2, 1. Побежали, 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 побежали вместе все. Все, стали в центр. Ура! Вы это сделали. Все, мы прошли игру. Ой, там еще в красной лужи не сдохнуть бы. Летов бы кто убивал.
Яру. Арика. Он бегает, короче. Такой. Вот тут скелет, тут. Сзади, спереди. Послушайте. Вторая фаза, Элемы на босса. Скелетов дофига, от корни пустили. Каст. Ранжу набрали. Каст. Расчелена тьмы. Всё, бурсим. Сарика выбежал с рейда. Винтик, я тебя прибью. Если на вас крестик, вы должны выбежать с рейда. Так, все нормально. Рахил. Роланда. Так, медики, медики. Нормально. А. Нормально. Рейнджон упрохил. Как-нибудь вышел. Нормально. Как-нибудь Рейнджон набрали. Азраил вышел с рейда. Азраил. Все, можешь возвращаться. Уже ударил. Нет, кому? Скоро контроль, может быть, когда слете. Всякие баблы и так далее можно использовать и снять. Ой-ой. Вышел бабка Яга. Меня нигде он бьет. Законтрольте его. Есть, есть, есть. Прохил рейда. Тубоежика убили. Царик, Берни, тубоежика. Секунда. Милики. Каску кинула. Архел. Турбоёжику залить, ман? Да, залей, залей, залей. Заяц вышел. Всё, нормально, вышел. Всё, становись на место, оранжу. Так, трэш забирает Нидейлан. Рахил. Нидейлан, забирай. Красавчик. Там еще два моба должны быть. А, метка. Нормально. Да, сейчас можно старфала. Добро.
интернет вылетел. Надеюсь, это не танк, сказал. Кстати, да, говорят, если рядом с танком тусоваться, то его может глубу кинуть тоже. Сарик вышел с рейда. Красавец, все, стой там. Тебя захили, все. Выбивал, умер. Я Вентер. Вот а его, да? Я не проанонсила, может быть. Танк, да, мне не нормально. Могу поднять кого-то? Танка или робот? Ой, Вара или робот? Рогу поднимай, ДПС больше даст. Так, ты его поднял? Нет. Сейчас не достаю. Кил Рогу. Пусть уже 3 ляма осталось. Загорелся, подняли. Ну, милики вышли. Каску. Я каску кинула. Друга баф дал. Без мышки Келли убивать. Прикольно. Посты не забывай сбивать. Да не сильно, вышел с рейда еще раз. О, нормально. Раз. Все, мы выучили тактику. Трапка, уже которая КД падает на шумана. Я же говорил, что не выпадет. Так. С кинжалами вообще проблемы просто. Нет, это не чисто босса без первой фазы. Посмотри. Пуха огнестрельная никому не нужна, почему никто не ролит или что? Я могу забрать это, по-моему, топ на рогу. Если не за много. Я просто не вижу рола. Игвар 78 кино. Ну там он заберет Баприла, мне кажется. Не, так, да. Никто не ливает. Если надо кому-то, пускай могут взять, но это вообще топ на рогу, я так смотрел по бис-листу. No problems. Yeah. 25 минут прошло. А, все уже, да? Значит, судьба была распилить эти. А, они уже не нужны мне, сори. Шапка на шамана и одна шапка кому там была, вот это, кому надо было. Войт. Я согласен. А есть портал Баларан? Не отставит. Ты можешь снять, кстати, зайца 3 гп? Мотка срок стек. Пардон. Моя оплошность. Ой, а куда это я телепортировался? Кто это? По ГМ-остров? Подстава, подстава. Так еще и он. Кто-то сильно подставил. Ну, а червоточная была, да? Там два портала в одном.